На сайте Федерального института промышленной собственности появился патент на интерьер внедорожника Chevrolet Niva нового поколения. К документу приложено несколько изображений невысокого качества, которые дают общее представление о внутреннем убранстве машины. Из патента следует, что заявка была подана в августе 2014 года, а свидетельство на нее было оформлено 1 октября 2015 года. На фотографиях, которыми GM АвтоВАЗ подкрепляет свои авторские права, только салон, причем точно не от серийной машины. Это внутреннее оформление посадочного макета. Сквозь лобовое стекло видно, что отсутствует капот, и приборы явно наклеены на бутафорский щиток. Изображение внешности в базе Роспатента не обнаружилось, хотя, возможно, они были опубликованы чуть позже. По этим фотографиям явно видно, что реальный салон и патент не противоречат друг другу. Перед водителем простой шевролетовский руль, сопла, дефлекторы вентиляции и отвесная центральная консоль. На центральном тоннеле остался единственный трансмиссионный рычаг. Он принадлежит пятиступенчатой механике, а управление блокировкой центрального дифференциала автоматизировано и возложено на кнопки у основания рычага. Там же кнопка отключения системы стабилизации. Из фотографий также понятно, что в оснащении остался обычный кондиционер, а не климат-контроль. Архитектурно Нива осталась верна внедорожной концепции нынешнего автомобиля, целиком спроектированного на АвтоВАЗе.